побежал сюда. Да. Мне хп мало. Вот здесь. Нокнутый. Все, нокнутый он. Еще один остался. Где-то позади тебя. Здесь где-то. О, фига. Это момент был. Еще вон там. Прячься, давай ко мне ползи. Дым. Я понимаю, что ты нихрена не видишь. Я, короче, два в дым. Дыма просто. Я в дым, короче, два я слепых выстрела сделал, двух нокнул. Хорош. Сзади нас заходит. Угу. Нокнул. Блин, тут еще. Да, вижу. С обратной стороны. Блин, это мираж. Он меня перехитрил, я запутался. Reloading. Над нами, короче, он находится. Угу. Блин. Нокнули. Садил черепа гранатой. У них тоже, да, этот каустик. Не знаю. Я ничего не понимаю уже. Там давно. С кем-то перестреливается, там еще сквад. Вижу челиков. Нокнул одну. Еще там челик. Я сейчас за контейнером. Не пушить. Еще один убийц. Без щита. Тут челик. Вижу. Красава. Блин, надо срочно кучу блин, налутать. Ни у кого сколько нету гробов, этих... столько гробов. Блин. Ни у кого нет фиолетовой брони. Что за хрень? Может быть этот есть у кого-нибудь? Есть золотых гробов? Турбочарджер. Переполом лежит. Турбочарджеров нет вообще. Не, блин, мне очень нравится. О, нихера, золотой пискипер. Сколько у тебя убийств? Так, я пересаживаюсь на золотой пискипер. Одно. У меня опять не треск какого черепа. Блин, столько гробов и так мало времени. Я золотой прицел взял, ближний. Потом скину где-нибудь. А у меня он уже есть. Местечки.
Да? Это хорошо, потому что у нас два дымящих. Понимаю тебя. Блин, я просто сейчас сдохну в этой зоне из-за жадности. Я поставил его этот. А, блин, он только не в зоне. Блин, я сейчас тоже сдохну. Я бегу тебя поднимать, короче, понял. Ситуация плоха. Ну блин, крабов дохренища, я просто не знаю. Мне супер жалко уходить. У меня в жизни никогда больше не будет момента, когда будет вокруг столько рабов. Я такой шанс спускаю. У меня розовый полностью комплект всего. Круто. Блин, я все еще без этого турбочарджера. Мне бы череп найти. Блин, там в одном ящике же был, его забрали. Ну, вот это еще гроб. Пойти какой-нибудь начальный еще. Без всего. Не. Или что-то есть? Не, пустой почти полностью. Какой-то один предмет лежит. Интересно, кстати, исчезают ли гробы со временем? С одной стороны, кажется, что по идее... Не должны, но с другой стороны, под конец игры мы видим пустые зоны. Там стреляют. Угу. Не помогает сбежаться. Где-то в топях, что ли? Да, внизу я в тебя. Слышу. Здание кто-то слева от нас. Слышишь, что его? Блин, по нам бродировка. Ага. Не идите на. Нам стреляют снизу. Но давай челиком в спину зайдем, которого в этом здании. Они про нас не знают. Не помню, на крыше. Шаги слышу. На крыше никого нету. Ну слышишь же шаги тоже, да? Угу. Кто-то есть рядом. Туннель поставили. Угу, вон. Нихера, золотой этот армор. Вон они побежали. Я вижу, вначале бежал. Вон другой дом. Ресет будет. Да, летит уже корабль. Ага, упал. Вон там еще дым он пустил. Вот там. Я гранат внутрь прокидываю. Угу, я тоже ты. А, блин, гранат не закончился. Нокнул одного. Второму гранат кидаю. Нокнул. Блин, меня положили в спину, короче, стреляют издалека.
Заходи в дом. Кто сюда заходит? Слышишь? Ага. А, он поднимает, поднимает. Бля. Хорош. Ох, они добраться инвалидом. Угу. О, он поставил бочонок. Хорош. Он поставил второй, охренеть. Надо закрыл дверь, закрыть. Да. Ага. Закрыл. Нет, нет, не уходи, не вернись ты. Он стреляет снаружи. Надо подпереть, короче. Этот человек умер, лол. Бля, мне опять нокнули. Ёптать. Ты сейчас упадешь, да? Удачи вам, чуваки, пока. Что похилиться? Чувак фуловый, так что хилиться в углу. К тому же бочонками окружено. Тебя надо на всякий случай забрать, да? Тебя здесь серьезнее. У тебя гранаты были? Парочка, да. Чуть не вижу. Забрал, наверное. Чувак не мог вылезти. Ага. Он стреляет. Нихера не вижу. There's a new kill leader. Just another insect, if you ask me. Чувак, он там забирается. Отряда осталось, выпа. Один на один. Ну, блин, с передержником в доме сидеть вообще кайф в такой ситуации. Угу. Не, мы внутри еще. Но... Угу. Тут еще чувак завалил. А, она одна была. Красиво, да. Ну, блин, с передёжником сидеть в доме вообще кайф. Мне понравилось. Да. Круто.